Белобережная улица. Здесь у нас Беломорская улица. И за забором находится микрорайон для военнослужащих. Видимо, поэтому он выходит на проволоку. Часть домов уже заселена, а часть еще не подключена коммуникациями. Вот. Военнослужащие постоянно борются за свои права и хотят, чтобы их наконец уже заселили в этот микрорайон. Ночью он достаточно мрачный, только не во всех далеко домах горит свет, практически нигде не горит. Кроме этого, на перекрестке Беломорской улицы, улицы Дыбенко, будут строить еще одно здание, якобы в составе ТПУ Коврина. Вот очередная многоэтажка с небольшим встроенным детским садом. И поэтому уже снесли все гаражи. Сейчас мы дойдем туда и это увидим. Здесь находится автомобильная стоянка, ну, достаточно уже давно. Она крытая, но холодная. Напротив здания бывшего телефонного блочка, там все оборудование демонтировали и проводятся занятия по фитнесу, 9 залов. Это вентиляционные короба, вентиляционные шахты для кабельных сетей. Вдалеке виднеется здесь у нас здание 11-го таксопарка, в котором арендуют автосервисы, магазинчики, а рядом салон Volkswagen. Наконец мы дошли до снесенных гаражей. Вот именно здесь будет строиться многоэтажка.